Жили на свете два болотных стоматолога. Их работой было заботиться о здоровье зубов всех животных на болоте. Не пропустите ни одно животное, доктор Гил. Необходимо проверить, здоровы ли у них зубы. Хорошо, доктор Молли. И болотные стоматологи отправились искать пациентов. Эй, доктор Молли, как думаете, здесь водятся крокодилы? Надеюсь, нет. И я. Эй, смотрите, вон сидит жаба. Первый осмотр. Добрый день, жаба. Пора проверять зубы. И болотные стоматологи посадили жабу в кресло, чтобы провести осмотр. Ротик пошире. Доктор, у этой жабы нет зубов. Значит, стоматолог ей не нужен. Извините. Что будем делать, доктор? Найдем животное, которому нужен осмотр. Крокодил! Он за нами гонится? Кажется, нет. Ух, чуть не попались. Это была птица. Это снежная цапля. Может, ей нужен осмотр? Здравствуйте, вам пора на осмотр. Откройте ротик. Что там, доктор? Неужели кариес? У нее тоже нет зубов. У птиц их не бывает. Извините. Здесь он нас не достанет. Ой-ой! О-о! Фу! Что? Простите, сэр, но когда вы в последний раз чистили зубы? Я не знаю. Никогда. Никогда? Я не знаю как. Какой позор. Если мы покажем вам как, обещайте не есть нас. Привселюдно. Вонючка. Ой-ой, доктор. Наши вещи выпали. О, нет. Помоги нам почистить зубы крокодилу. Найдем предметы, которые нам понадобятся. Какие два предмета нужны для чистки зубов? Зубная щетка и зубная паста! Конечно! Нам нужны зубная щетка и паста. Ладно, крокодил, смотрите! Ух ты! Я так хочу! Чтобы дыхание было еще свежее, надо чистить язык. Вот так болотные стоматологи научили крокодила чистить зубы. Чистите зубы дважды в день, тогда они будут здоровыми. А дыхание станет свежим. Ладно, доктор. Вот бы и мне зубы. И все они жили долго и счастливо.